каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Здравствуйте, вы смотрите новости телеканала «Новый век». С главными событиями этой недели в студии Юлия Артене. Коротко о главном. В Туве растет количество пропущенных случаев патологии внутриутробного развития плода у беременных женщин. Водители, будьте внимательны. 10 случаев наезда на детей пешеходов за месяц. Всемирный день борьбы против бешенства. Ветеринарная служба Тувы вышла на Кызыльский Арбат. Сегодня Всемирный день борьбы против бешенства. Этот день был учрежден в 2007 году в США по инициативе Глобального альянса по контролю этого смертельно опасного инфекционного заболевания. Датой празднования была выбрана дата смерти Амина 28 сентября, микробиолога, одного из создателей вакцины против бешенства Луи Пастера. Сегодня Кызыл также присоединился к этому дню. Более подробно далее в материале. Ветеринарная служба Тувы сегодня развернула тематические площадки в центре города на площади Арбата. Главная цель врачей-ветеринаров – донести до горожан об опасности этого заболевания. Стоит отметить, что в этом году в Туве уже зарегистрирован 4-й случай бешенства у животных. В этом году у нас уже зарегистрирован 4-й случай по бешенству. Это среди сельскохозяйственных животных. Но был один случай укуса чабана. Но благодаря оказанию своевременной помощи человек не пострадал, то есть не заболел бешенством. Сотрудники ветеринарной службы также раздавали прохожим информационные листовки. Также была развернута импровизированная ветаптека, где были представлены медицинские препараты, в том числе от бешенства для животных. Стоит отметить, что в региональной ветеринарной службе домашнего питомца можно привить бесплатно. Рост случаев патологии внутриутробного развития у беременных женщин стало поводом для обсуждения на заседании отдела охраны материнства и детства Минздрава Тувы. Как показывает статистика, сегодня увеличилось количество выявляемых патологий у новорожденных. Напомним, что в перинатальном центре республики давно проводят специальные исследования, которые направлены именно на раннее выявление патологии у плода. Так почему же идет тенденция увеличения числа случаев пропущенных патологий, смотрите далее в материале. 30-летняя Саманта Оржак ждет своего второго малыша. Женщина сегодня проходит 3-й скрининг. Молодая мама признается, что ко всем врачебным исследованиям во время беременности она подходит очень ответственно. Ведь это напрямую связано со здоровьем будущего ребенка. Тем более после 30 недель каждый день, каждая неделя очень дорога для врача и для матери, чтобы наблюдать за ребенком, чтобы ничего не упускать. Учитывая нашу экологию, наше питание, наши стрессовые факторы, рекомендую всех матерей вовремя проходить. Благодаря нашим врачам я очень благодарна. Они очень внимательные, всегда отзывчивые и деликатные. Как говорит врач-узист Республиканского перинатального центра Аяна Андар, в день они принимают до 30 пациентов. Это беременные и гинекологические женщины со всех районов республики. У нас нагрузка очень большая, так как проходят все беременные женщины с республики. За день у нас более 30 беременных женщин, там разные исследования, порог, скрининги, а также топлерометрия, сервикометрия и осмотр гинекологических больных. Между тем, в Минздраве Тувы бьют тревогу по поводу увеличения пропущенных случаев аномального внутриутробного развития плода после УЗИ-скрининга. В большинстве случаев проведенных в частных кабинетах. Всего будущая мама за 9 месяцев должна пройти 3 скрининга по одному на каждый триместр. Самый первый проводится на 11-й неделе. Есть достаточно много хромосомных аномалий, а вернее одна из ведущих – это болезнь Дауна, которая может проявлять себя только при первом ультразвуковом скрининге. И особенно это эффективно, когда это будет именно комплексное обследование, то есть при этих же сроках проведения ультразвукового исследования с измерением вот этих вот параметров и забор крови на биохимический скрининг, определение бета-ХГЧ и ПАПЭЙ. То есть протеина плода. Вот по уровню вот этих вот тоже
параметров можно определить риск, возможные риски рождения детей с хромосомными аномалиями. Далана Кулар также рассказала, что в целом выявляемые патологии внутриутробного развития плода у беременных женщин в регионе увеличивается. Так, за 8 месяцев текущего года уже выявлено 130 случаев патологии, что на 30 раз превысило статистику за 12 месяцев 2017-го. Первый ультразвуковой скрининг обязательно должен проводиться врачом-экспертом, имеющим международный сертификат по пренатальной диагностике и обязательно на аппарате экспертного уровня. Таких специалистов у нас на территории республики двое. Один работает в перинатальном центре, другой работает в медико-диагностическом центре. Что же касается других кабинетов УЗИ в Кызыле, в том числе частные, они не имеют ни возможности, ни квалификации для проведения полноценного первого скрининга у беременных женщин. Между тем, региональный Росздравнадзор уже взял на контроль вопрос пропущенных случаев патологий внутриутробного развития. На совещании, организованном Министерством здравоохранения Республики Тыва, где участвовали представители индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по оказанию ультразвуковых исследований беременным женщинам, мы обсуждали вопросы и проблемы пропуска индивидуальными предпринимателями патологии развития плода у беременных женщин. И единогласным решением после совещания мы приняли выводы о том, что Министерство здравоохранения будет нам, Росздравнадзору, направлять информации о случаях пропуска индивидуальными предпринимателями патологии развития плода. После получения информации нами будут инициированы контрольно-надзорные мероприятия, то есть проверочные мероприятия в отношении индивидуальных лиц, если будут в ходе проведения проверок выявляются нарушения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а также нарушение лицензионных требований при оказании медицинской помощи, у юридических лиц может возникнуть административная ответственность. Также врачи рост случаев патологии связывают с ухудшением состояния здоровья будущих мам, поздней постановкой на врачебный учет, когда еще можно повлиять на развитие плода современными методами лечения. Так, за 8 месяцев 2018 года встало на учет по беременности более 3000 женщин, из них до 12 недель 3344 будущих мам. В перинатальном центре республики проведено 7598 скрининговых исследований внутриутробного развития с нарушением рекомендованных сроков. Прошли исследования 4277 женщин. Во всех УЗИ-кабинетах республики за 8 месяцев проведено 12388 исследований. 27 сентября в региональном МВД состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены благодарности президента России за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов, которые прошли 18 марта текущего года. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор Александр Вавилихин, министр внутренних дел Тува Александр Щур. Вручая благодарности, Александр Вавилихин отметил, что выборы главы государства, состоявшиеся в марте текущего года, прошли на территории нашего региона на высоком уровне и были хорошо организованы, чему в том числе способствовали профессиональные и слаженные действия сотрудников полиции и представителей общественности. Благодарственные письма были вручены заместителю начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных ИПДН ведомства Чечену Комбу, старшему инспектору отдела организации охраны общественного порядка Надежде Кулар, начальнику управления правового, кадрового и документационного обеспечения службы ПГО и ЧС Аяне Оржак и главному специалисту Министерства по делам молодежи и спорта Азиане Увангур. Далее наш выпуск продолжит блок рекламы. Не переключайтесь. Нет машины? Шубы нет? Вот вам маленький секрет. В Белке шубу покупай и Volkswagen получай. Много шуб в рассрочку. С 28 сентября по 2 октября. ТЦ ЦУМ. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс». 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. Oh,
Продолжаем. Большой улов поймали сотрудники полиции прямо на дороге. Так, сотрудники ГИБДД пресекли нелегальную перевозку краснокнижных рыб на сумму более 63 тысяч рублей. В минувшие дни на 20-м километре автодороги Кызылсар-Ихсеп с целью проверки была остановлена машина под управлением 45-летнего жителя города Красноярск. При проверке документов и осмотре транспортного средства в багажнике были обнаружены две пластмассовые тары с общим объемом на 70 литров, в которых перевозились таймень в количестве 2 штук, хариус 225 хвостов и ленок 14 хвостов. Общее количество без соответствующих документов 241 хвост. Предварительная сумма ущерба составляет около 63 тысяч рублей. Стоит отметить, что выловленные рыбы занесены в Красную книгу России и Тувы. Ежегодно дорожно-транспортных происшествий в Туве страдают десятки детей. Только за этот месяц в ДТП пострадали 10 несовершеннолетних. И чтобы напомнить водителям и детям о правилах дорожного движения, госавтоинспекция Кызыла с 25 сентября проводит рейдовые мероприятия. Внимание! На дороге ребенок-пешеход. Далее Чинчи Самбуга. 25 сентября совершен очередной наезд на пешехода. Установлено, что 41-летний мужчина, управляя транспортным средством, совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по так называемой «зебре». В результате ДТП девушка была госпитализирована в республиканскую больницу номер 1 с тяжелыми травмами. И это не единичный случай за последний месяц. Управлением госавтоинспекции проводится операция «Внимание пешеход» с 25 сентября текущего года. Цель данной операции – это пресечение нарушений при проезде пешеходных переходов со стороны водителя, а также недопущение нарушений ПДД самими пешеходами. Транспортные потоки, пешеходные потоки увеличились в городе Кызыле. Наезды, к сожалению, у нас проходят практически ежедневно с разными последствиями. К сожалению, не исключается случай, когда под колеса автомашин попадают дети. С наступлением осеннего периода, в частности школьных уроков, сотрудники госавтоинспекции практически ежедневно регистрируют ДТП с участием пешеходов, которых большинство с летальным исходом. И чтобы печальная статистика не пополнилась, дорожные полицейские ежедневно проводят рейды. Как не успели? Вы должны сесть в автомобиль, пристегнуться, после этого только там включать скорость, снимать с ручника и так далее. Пассажир у вас был пристегнут, вы заметили. Вы нет, к сожалению. Это является нарушением правил дорожного движения. Тут нужно работать сообща. В частности, это относится к школьникам, говорят инспекторы. На сегодня во всех школах республики детям учат правила дорожного движения. Наглядно рассказывают, где можно переходить проезжую часть, а где категорически нельзя. Без пешеходного перехода опасно переходить, так как здесь очень много машин и много детей. Вот опасно то, что дети будут пробегать туда-сюда. Как показывает практика, пересечение дороги на нерегулируемых пешеходных переходах несет опасность как для самих пешеходов, так и для водителей. Поэтому школьников с первого класса учат правильно переходить дорогу. Сначала остановился, посмотрел по сторонам, и если нет машины, можно переходить. Каждый год у нас начинается учебный год, конечно же, с уроков безопасности. Мы проводим открытые уроки для детей, особенно для младших классов. Старшие взрослые классы, они уже более-менее в этом уже разбираются. Кроме этого, у нас постоянно проводятся проверки по безопасным маршрутам. Это у нас дом, школа, УДО, дом. В каждой школе это требуется. Помимо этого, у нас еще и требуются светоотражающие элементы. Однако на практике не всегда эти навыки могут уберечь детей от нерадивого водителя, который на своем авто может выскочить из-за угла. А иногда сами дети в силу своей невнимательности просто забывают об элементарных правилах поведения на дороге и перебегают проезжую часть в неположенных местах. Отметим, что зачастую сами взрослые становятся плохим примером для детей, переходя дорогу вне пешеходных переходах. Стоит помнить, что каждая сэкономленная минута на перебежке по проезжей части может стоить целой жизни. Чинчи Самбуга, Буяна Ён, телекомпания «Новый век». Торжественным подписанием соглашений о взаимосотрудничестве завершился визит глав Министерства образования 11 регионов Сибири. Накануне за круглым столом руководители сфер образования Сибири обсудили итоги совместной двухдневной работы. Напомним, Тува стала первым регионом, организовавшим окружное совещание по развитию кадетского образования в Сибири. Стороны заключили соглашение о стремлении обеспечить эффективное взаимодействие образовательных организаций, обмен опытом и постоянное информационное
информационное сотрудничество в сфере образования и науки, развивая тем самым свои отношения в соответствии с принципами доверия, равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной ответственности за выполнение положений соглашений и достигнутых договоренностей. Сегодня на радио «Голос Азии» закончился очередной сезон радиоквеста «Замес майонез». Напомним, что всю неделю с помощью загадок азалчане искали спрятанные в городе призы от магазина «Химтоп». Правила просты – разгадать загадку и первым приехать на то место, которое в нем зашифровано. Сегодня же победителю потребовалось время, чтобы выполнить все задачи квеста, ведь ехать за подарками ему пришлось с дальнего Кахема. Тем не менее, победительница успела раньше остальных обнаружить искомое место. «Замес майонез». Квесты на радио закончились, но подарки ведущие продолжают раздавать. Так, сегодня к еще одному счастливчику отправились бесплатные бензиновые литры от АЗС «Сибпродукт». И снова победитель – девушка, казалчанка Мария. С самого начала акции «Заправляйся на радио» знала, что однажды именно она станет победителем. 10 литров 95-го пополнили бак ее железного коня. Все условия акции были выполнены. На стекле фирменная наклейка «Радио Голос Азии» и фирменная фраза «Заправляйся на радио». «Заправляйся на радио». Спонсор прогноза погоды КПК СССР. КПК СССР – это гарантия экономической стабильности и надежный источник дохода для своих пайщиков. Наша цель – приумножить вашу прибыль и выручить в сложной жизненной ситуации. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. И о погоде. В течение суток 29 сентября местами по республике Тыва ожидается усиление северо-западного ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 18, плюс 20. И это была последняя информация выпуска. Телекомпания «Новый век» желает вам отличных выходных. До новых встреч! Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В новом номере еженедельника «Тува ТВ Инфо» читайте, кто имеет право на бесплатную землю по строительству дома. Верховный Хурал Тувы принял новые законы. Чем порадует казальчан Тувинская государственная филармония имени Халилова? Банк Тувы завозил товары из СССР и занимался торговлей, когда это было. Приходите в театр, к нам приехал Московский театр и мюзик-холл. Заплати налог и спи спокойно, немного о финансовой грамотности. Вандализм в городе ломать не строить. А также тибетский календарь, погода сканворд, гороскоп анекдоты, результат розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.